Я хотел сказать, что это, конечно, неожиданно для меня произвело огромное впечатление. Это очень здорово, то, что было озвучено здесь двумя командами. Это говорит о том, что современная поэзия в вашем воплощении несет какую-то очень правильную интонацию, возможно, новую. Это было очень здорово. Это касалось и... традиционалистов и вербалистов. Но у меня есть отдельная история, которая меня по-настоящему потрясла. Я сразу скажу, что несмотря на то, что обе команды выступали очень мощно и сильно, меня поразили два человека. Это Санникова и это... человек, который я знал только здесь, это Илья Ненко. Ненко. Ненко, простите, пожалуйста, не сердитесь. Да, да, ну что теперь? Это очень сильно. Я хочу, благо оно короткое, прочитать всего лишь одно стихотворение Ненко. Оно состоит из трех строчек. «Под страхом смерти я выпил море и захлебнулся». Вот, собственно, это и есть верблюд. Когда у тебя ничего не остается, кроме как страха смерти и того огромного пространства, которое ты должен выпить и захлебнуться. Я не буду говорить, что решила жюри, но если бы была моя воля, вообще требовалось сказать, что была моя воля, потому что моя воля – это главное, я бы на самом деле дал этим двум людям победу. Спасибо вам.